познаем благословения дарами, и жизнь, и силы соединим Святого Духа, и честными Пресвятые Богородицы молебами. Аминь. Позаимствованного соседа или ближнего, а именно свой. Что говорит Священное Писание? Узок путь, который может войти в Царство Небесное. Что значит узкий? Мы сразу представляем форточку или маленькое окно. Но на самом деле, одно из самых правильных, как мне кажется, толкований, это то предложенное понимание, что узость заключается именно в том, что по этому пути пройти можешь только ты, прожить твою собственную жизнь можешь только ты и никто другой. Но как только начинаешь проживать жизнь своего отца, своей матери, брата, сестры, жены, мужа или кого-то еще, ты уже уходишь в широкий путь. Так ты можешь жить жизнью народа, различных культур, стран, эпох и так далее. Но как бы это ни было ярко, впечатляюще и сильно, глубоко переживаемо, это не твой путь. Это не твоя жизнь, это не то. Старайтесь прожить свою собственную жизнь, потому что это единственное то, через что ты можешь подойти к самому Христу. И если мы смотрим на святого, на его житие, мы видим, что это тот человек, который прожил свою жизнь, а не чужую. И там были взлеты, и падения, и грехи, и преткновения, и покаяния, и мольбы. Там была некая земная реальность. Широковатая, черствая, желчная, болезненная, трудная, но подлинная. В вечность можно попасть, но только через историю. В Царство Небесное можно попасть, но только через поместную церковь. Ты можешь обрести то место, которое Бог уготовил тебе, как любящим Его, но только через самого себя, проживая самого себя и проживя самого себя до конца. Как бы это ни было трудно, возьмем свой крест и пойдем за крестом. И это будет путь радости, это будет путь милости и особого свершения, особого наполнения. Не будем забывать слова Христа, который говорит, что бремя мое легко, и это бремя тот крест, который мы несем. С праздником!